этот голос. Он все время звучит. Я искал ее, Макс. Где она может быть? Что с тобой? Что-то не пойму. Ты изменилась. Нет, молчи. Так, новая прическа, да? Ты использовала вихрочубчик, да? Нет? Ладно, сейчас я угадаю. Новый купальник. Нет, не новый. Никак я не соображу. Нет, но если я сейчас немножечко еще подумаю, то я... У нее ноги, идиот! Отдала свой голос ведьме и получила ноги, придурок! Это я сразу понял. Чтобы остаться человеком, Ариэль должна влюбить в себя принца. И он должен поцеловать ее. У нее всего 3 дня! Только взгляните! Ноги! У нее ноги! Нет, это не для моих нервов! Это катастрофа! Что скажет наш царь? Я знаю, что он скажет, что он лично убьет краба! Вот что скажет наш царь! Я должен поспешить домой и все ему рассказать! Давно следовало это сделать, и нечего меня отговаривать, Ариэль! Может, еще не поздно, и мы заставим ведьму отдать голос обратно! Ты вернешься домой в обличье русалки, как все! И будешь несчастной всю оставшуюся жизнь. Ладно, ладно. Я помогу тебе найти принца. Какой же я все-таки бесхребетный краб. Так, Ариэль, если ты хочешь стать человеком, то должна одеваться как человек. Надеюсь, ясно? Макс? Что? А? Макс! Макс, стой! Блестяще! Просто загляденье! Макс! Макс! Хватит, Макс! Что с тобой, малыш? О! Понятно. Не бойтесь, он не кусается. Извините, если пес напугал вас. Он очень добрый. Знаете, я вас где-то видел прежде. Мы встречались? Вспомнил. Конечно. Вы та, которую я ищу. Как вас зовут? Что с вами? Что такое? У вас нет голоса? О, тогда вы не она. Что такое? Вам больно? Нет? Ну, нужна помощь. Ой, осторожней, осторожней. Похоже, вы выбились из сил. Не бойтесь, я вам помогу. Идемте, все будет хорошо.